Всем привет! И сегодня я хочу поговорить о самой известной и киношной цветокоррекции, которая называется Teal and Orange Look. Или же все-таки Orange and Teal. И сегодня, прямо на практике, я покажу, как сделать из такого видео такое. Неплохо, правда? Причем абсолютно без использования всяких лутов и пресетов. То есть мы будем красить наше видео вручную. Так что обязательно смотри это видео до конца, ну а мы начинаем. Поехали! Итак, Teal and Orange. Вы могли видеть этот лук, то есть цветокоррекцию, просто в сотне разных голливудских фильмов. Таких как Джокер, Безумный Макс, Трансформеры, например. И этот список может длиться просто бесконечность. Также Teal and Orange широко известен на площадке YouTube под названием Sam Calder Look. Все благодаря одному западному ютуберу, который начал этот тренд в своих travel видео. Так почему же все-таки эта цветокоррекция настолько популярна? Да все потому, что Teal and Orange создает контраст в нашей картинке. Только он создает контраст не по экспозиции, как мы привыкли видеть, а цветовой контраст. Все дело в том, что циан и оранжевый – это комплементарные цвета. То есть они находятся друг напротив друга на цветовом круге. И из-за этого они создают контраст между собой и офигенно смотрятся в картинке. Хорошо, судя из этого, вы можете меня спросить, блин, Акинин, а почему именно циановый и оранжевый, то есть teal and orange? Ну, а не любые два друг другу противоположных цвета? Ну, там же есть и другие цвета. Да все потому, что тон нашей кожи находится именно на оранжевом цвете. И, соответственно, комплементарный, то есть противоположный ему цвет, это циан. И именно поэтому мы уводим наши тени в циановый, то есть более в холодные цвета, а наши полутона и хайлайты уже в теплые, то есть в оранжевый. Тем самым мы помогаем зрителю быстрее сфокусироваться на нашем главном объекте в кадре, а зачастую это человек и его тон кожи. Ну и помимо всего, Teal and Orange помогает нам создать глубину в нашем кадре. Не глубину резкости, да, как все мы привыкли видеть, когда просто задник размывают и все, а именно глубину при помощи цвета, когда мы отделяем наш главный объект от заднего плана. Кстати, если вы не заметили, то этим приемом я пользуюсь почти во всех своих YouTube видео. То есть я подсвечиваю задний фон циановым, либо уже синим цветом, они стоят рядом между собой. Тем самым я создаю цветовой контраст и отделяю себя от заднего фона. На самом деле сейчас очень много пресетов или так называемых лутов, которые обещают вам сделать похожий Teal and Orange буквально в один клик. Но стоит понимать, что данным способом вы не сможете добиться максимально качественного результата. И плюс к этому, данные луты подходят далеко не для каждого шота и для каждой сцены. Так что я дам вам инструкцию, как буквально за два шага сделать Teal and Orange Look. И если вам понравится эта цветокоррекция, то вы сможете сохранить ее в свой пресет и использовать в дальнейших работах и проектах. Так что отправляемся за покрас. Итак, переходим в нашу монтажную программу, где мы будем красить наше видео. Лично в моем случае это сегодня будет Adobe Premiere Pro. На самом деле не так важно, где создавать наш Teal and Orange Look. Это может быть Final Cut Pro, либо DaVinci Resolve. Принцип, который я сегодня покажу, он будет работать везде, в любой монтажке. Но я все чаще и чаще стал замечать у себя под видео комментарии по типу «А когда будут туториалы по DaVinci?». Так что если вам интересно изучение DaVinci Resolve и цветокоррекция в этой программе, то напишите об этом уже под этим видео ниже в комментариях. И тогда я пойму вообще, есть ли спрос на это или нет, и может сообразим какой-нибудь бесплатный мини-курс. Ну а сейчас мы в премьере и начинаем делать наш Teal and Orange Look. У нас есть вот такая вот сценка с двумя разными крупностями, то есть один средний план, другой чуть покрупнее. Для того, чтобы воздействовать сразу на эти два видео, а не красить их отдельно, да, мы идем во вкладочку Project нашего и создаем New Item Adjustment Layer. Сейчас объясню, для чего это надо, кто еще не знает. Мы перемещаем наш Adjustment Layer поверх наших видео.
И если мы будем применять любые изменения на наш Adjustment Layer, то он будет воздействовать на все видео, которые лежат под ним. Мы видим. Итак, для того, чтобы сделать наш лук, для начала, естественно, нам надо сделать первичную цветокоррекцию. То есть поправить баланс белого, создать немножко контраст и так далее. О том, как правильно делать первичную цветокоррекцию, да и вообще о цветокоррекции в Premiere Pro в целом, я рассказывал в своем предыдущем видео. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите вот по этой ссылочке. Итак, вот так у нас было до нашей первичной цветокоррекции, вот так стало после. После этого мы идем уже в наш Adjustment Layer для создания нашего Teal and Orange. И нас будет интересовать вкладочка HSL Secondary. Мы помним, что наш Teal and Orange основывается на двух основных цветах. Это циановый, либо синий, и оранжевый. С оранжевым, то есть цветом кожи, у нас здесь в принципе все в порядке. Но вот холодных цветов, то есть синего, либо цианового, мы пока что здесь не видим. Сейчас мы это и будем создавать. Каким образом? Мы выделяем вот эту пипеточку и нажимаем на тон нашей кожи, на цвет нашей кожи. Чтобы посмотреть выбранную область, нажимаем вот на эту галочку и переходим для удобства в третий режим, White and Black. Соответственно, то, что выбрано белым цветом, на то мы и будем воздействовать. С помощью ползунков мы более четко уже будем выбирать цвет нашей кожи, на которую будем воздействовать. И я сейчас вижу то, что на заднем плане у меня залезают некоторые балки, некоторые текстуры. Давайте посмотрим, что это такое. В принципе, вот эта текстура стола и вот эта какая-то балка, да, они по цвету и насыщенности очень схожи с нашей кожей. И в принципе, я бы их тоже выделил вместе с нашей кожей. Чуть позже объясню, зачем. Итак, мы стараемся максимально выделить только нашу кожу. Вот здесь у меня уже начинает залезать моя рубашка белая, она мне не нужна. Мы максимально будем воздействовать на кожу. Так, ну мы выделили цвет нашей кожи, давайте посмотрим, все ли нормально. Да, все правильно. И теперь самый главный момент при создании нашего лука. Нам надо найти вот эту вот кнопочку. Если вы ее не видите у себя в интерфейсе, то скорее всего у вас вкладочка Lumetri Color не растянута. Просто берите ее, растягивайте и находите вот эту вот кнопку и нажимайте на нее. Пока что ничего не изменилось. Но если мы посмотрим на область нашего выделения, то мы увидим, что теперь мы воздействовать будем на все, кроме нашей кожи. То есть это кнопка Invert. То есть изначально мы выделили нашу кожу и просто нажали Invert, чтобы воздействовать на все, кроме цветов нашей кожи. Мы также можем немножко подправить нашу масочку, наш квалифайер, потому что иногда он слетает. И теперь мы на черные участки не будем воздействовать, мы будем воздействовать на белые участки. А в белых участках у нас задний план. Его мы и будем уводить в тиловый цвет. Так, ну вот такая у нас получилась область, то есть цвет кожи и задняя текстура у нас в черном цвете, значит мы на них не будем воздействовать. И теперь мы идем чуть ниже и добавляем немножко денойза и блюра, чтобы у нас не вылезли артефакты. Движемся дальше уже к цветовому кругу. И что мы делаем здесь? Мы берем вот эту точку, которая располагается в центре, и просто тянем ее ближе к нашему циановому, либо же уже синему цвету. Тут уже все зависит от задач и что мы видим. Мы видим то, что наш задний план просто моментально преобразовывается в наш комплементарный цвет. Давайте оставим примерно вот здесь. Очень важно не переборщить, иначе у нас будет вырви глаз какой-нибудь. Примерно оставим вот здесь. Хорошо. И теперь буквально в два клика, ребят, мы сделали наш Teal and Orange. Но это еще не все. Я так сразу немножко заспойлерю вам. Давайте посмотрим на результат, который был до и который стал после. Ребят, обратите внимание на цвет кожи. Мы с кожей не проводили абсолютно никаких манипуляций. Но посмотрите, какая она стала насыщенная. Как наш главный герой в сцене просто начал выделяться от заднего плана. Реально стало понятно, кто здесь главный. И эта информация, то есть если бы у нас был, да, блокбастер какой-нибудь, то она бы считывалась за секунды, потому что нам сразу в глаза бросается, хоп, оранжевая кожа насыщенная на нашем заднем таком тиловом бэкграунде. В этом-то и кроется вся магия Teal and Orange лука. Ну и естественно у нас создалось настроение в кадре, наша картинка стала выглядеть намного дороже. Но это еще не все действия, которые мы должны сделать. Мы возвращаемся в наш Adjustment Layer, идем в наши эффекты и ищем
Lumetri Color. Хорошо, кидаем его на наш adjustment. Пока что это просто пустой эффект, который никак не воздействует на наш футаж. Мы идем во вкладочку Curves, спускаемся ниже, и нас будет интересовать подвкладочка Luma против Saturation. Что это значит? Сейчас, если мы посмотрим, то у нас в тенях и в хайлайтах, самых, то есть самых ярких участках и самых темных участках, у нас присутствует цвет. Такого, в принципе, не должно быть. То есть наши самые темные участки должны оставаться самыми темными участками, без цвета, ненасыщенными. И то же самое касается и хайлайтов. Для того, чтобы это сделать, мы должны поставить несколько точек на нашем графике. Делаем вот такую кривую. То есть с левой стороны части у нас находятся самые темные участки, а с правой стороны у нас находятся самые светлые участки. И примерно вот таким образом рисуем кривую. Я не знаю, покажет вам YouTube изменения или нет, но сейчас у себя я просто вижу кардинальные изменения. Смотрите вот сюда. То есть мы убиваем цвет в наших тенях и хайлайтах, и наша картинка становится реалистичной. Хорошо, и теперь давайте посмотрим результат, который мы сделали буквально за два шага, как я и обещал. Если мы отключим Adjustment Layer, у нас все было в монохромном цвете, непонятная картинка, в принципе нормальная, но я бы не сказал, что киношная. И мы включаем наш Adjustment, и уже цвета начинают играть совсем по-другому. И те же применения, если мы посмотрим, применились и на наш более средний, более общий план. То есть с помощью одного аджастмента мы создали весь лук на все наши сцены одновременно. Если мы видим, что у нас вылезли какие-то артефакты на другой крупности, на другой сцене, да, потому что мы больше информации уже цепляем, то мы просто обрезаем наш adjustment layer и, соответственно, ищем наши HSL secondary и уже более четко выделяем нашу область. Ребят, специально для наглядности, чтобы показать, насколько важен график Luma vs Saturation, я нашел свой исходник и быстренько его покрасил. Но в первую очередь я создал наш Teal and Orange look, да, у нас были зеленые вот такие деревья, какое-то непонятное тусклое окружение, соответственно, я оставил кожу в оранжевом оттенке и покрасил наши деревья в тиловый, в такой в синий цвет. Если мы присмотримся, то наши черные участки, они синие, и смотрится это, если честно, не очень хорошо и прям, так сказать, дешево. Для этого я нарисовал, опять же, создал новый Lumetri Color, перешел во вкладочку Curves и создал вот такую вот кривую Luma vs Saturation. И теперь посмотрите на эффект, который он дает. Я просто без комментариев. То есть, понимаете, да? У нас была полностью синяя какая-то непонятная кофта, после этого она стала натурально черная. И из-за этого картинка просто и восприятие играют огромную роль. Так что, ребят, никогда не пренебрегайте этим шагом. Это очень и очень важно. Итак, давайте перейдем к следующему шоту и тоже его покрасим. Здесь уже будут немного другие манипуляции, сейчас я расскажу. Потому что шот немножко отличается от предыдущего. Вот такая вот у нас девушка в заснеженном лесу. Естественно, первым делом я сделал свою первичную цветокоррекцию. Опять же. Дальше мы идем все то же самое в наш Adjustment Layer. Растягиваем его по длине нашего клипа и идем во вкладочку HSL Secondary. Выделяем нашу кожу с помощью пипетки и выбираем нашу область, на которую мы будем воздействовать. Давайте для начала немножко проанализируем, что у нас вообще здесь есть по цветам. Зеленые-зеленые деревья, снег, вот, и волосы. В принципе, волосы в цвет кожи, то есть они такие, похожие. Я бы на самом деле их тоже зацепил, когда мы будем выделять нашу область, а все остальное увел бы уже в тиловый, то есть в циановый, либо в синий. Сейчас мы все это посмотрим. Давайте это и сделаем. Так, мы выделяем нашу кожу. Чуть-чуть пытаемся зацепить наши волосы. Хорошо, уже лучше. Прям вообще без стеснений, потом это все подправим. Ну, примерно вот таким образом, что мы делаем дальше, мы все помним. Нажимаем на наш Invert и давайте посмотрим. Да, все окей. Добавляем денойза, добавляем блюра, идем к нашему цветовому кругу и тянем нашу точку в циановый цвет. Также можем смотреть на наш парад и ориентироваться по нему, так как он нам будет подсказывать, какую схему мы создаем, то есть комплементарную, допустим, было до, стало после. Вот, и ориентируемся на глаз. В этом деле главное сильно не переборщить. Ну, допустим, я хочу оставить вот так, и давайте посмотрим на результат, который был до у нас.
и который стал после. Настроение меняется просто в секунду. И мы видим сразу же, как начинают играть наши волосы, как стала насыщенней наша кожа, хотя мы с ней и не работали. Ну и, соответственно, наш лес превратился в какой-то уже необычный зелененький, да, травяной, а в какой-то сказочный. Вот, что мы еще можем сделать? Допустим, я хочу поработать с кожей. Давайте это сделаем. Что для этого надо? Мы заходим в наш Adjustment Layer, во вкладочку Effect Controls, выделяю Lumetri Color, вставляю его. Сейчас у нас получается какое-то полное мясо, но я сброшу наш цветовой круг двойным нажатием на нашу точку. И, соответственно, в HSL Secondary у нас была выделена область все, кроме нашей кожи, то есть мы инвертировали. Сейчас я просто отжимаю ее, чтобы у нас осталась только наша кожа, то есть обратно ее инвертирую, как было изначально, и просто иду в Saturation, то есть насыщенность, и прибавляю насыщенность уже нашей кожи. И буквально за секунду сделали нашу героиню более еще такой эффектной и насыщенной. Если мы посмотрим эффект до и после, то мы увидим изменения, которые мы внесли. Тем самым мы еще больше отделили нашу героиню от заднего плана. Ну и последний, финальный наш шаг. Мы опять идем в Adjustment Layer, добавляем на него Lumetri Color эффект. Для удобства мы можем подписать эти Lumetri Color, чтобы в них в дальнейшем не запутаться. Допустим, мы нажимаем правой кнопкой мыши. Я знаю, что моя первая вкладочка Lumetri Color была Background, то есть мы работали только с нашим задним фоном. Я его подпишу. То есть вот, да, весь наш Background, на который мы воздействовали. Вторая вкладка, это у нас была уже кожа, то есть я могу подписать ее Skin. Мы воздействовали только на нашу кожу. Ну и, соответственно, третья вкладочка, это у нас будет Luma. То есть, чтоб я понимал и не запутался, когда мне надо будет вернуться к тем или иным изменениям. Вот. Ну а тем временем мы во вкладочке Luma идем в наши кривые и находим Luma vs Saturation. И опять же ставим наши точки в наших тенях и в наших хайлайтах. Даже в тенях можно немножечко побольше приспустить. До, после. Изменения незначительные, но я вам уже показывал, на что это влияет. И давайте посмотрим в итоге на наш лук, который мы создали. То есть вот так стало, вот так было, вот так стало, вот так было. Мне кажется, очень и очень хороший результат, который мы создали буквально, ну, уже не в два шага, уже в три, хотя могли в два, если бы мы не работали с кожей. Так что, ребята, секрет Teal and Orange раскрыт. Ну что, вот мы и научились делать Teal and Orange look. На самом деле все оказалось не так-то сложно, правда? Буквально там несколько движений. Так что если ты досмотрел до этого момента, я уверен, что это оказалось тебе полезно. Поэтому поставь лайк этому видео, обязательно оставь комментарий для активности. Ну и, конечно же, подписывайся на канал, если ты еще не подписан по какой-то причине. Также не забываем про мои социальные сети. Телеграм-канал. Буквально недавно я выложил вторую часть с плагинами для Premiere Pro, а я напоминаю, их там целых 10 штук, и они лежат абсолютно бесплатно. Также мой Инстаграм, там я делюсь бэкстейджами со своих съемок, короче, реально очень много интересного, а самое главное и полезного. Увидимся в следующей серии, я не прощаюсь, пока.